Здравствуйте, гости, друзья моего канала. С вами Марина и мой канал «Марина и орхидеи». Вчера в нашем городе был завоз орхидей, а сегодня я поехала в Леруа, который расположен на Павловском тракте. И в этом Леруа меня встретили вот такие красивые микроорхидеи. Очень много орхидей Кренбери Чача. Маленькие орхидеи Вивьен Сога, беленькие. Можно выбрать с хорошей корневой системой, и они идут в подарок вот с такими маленькими милыми кашпо. Они стоят по 422 рубля. Ну, конкретно вот эту орхидею я бы не взяла. А вот две следующие, которые я брала, они очень хорошего качества. Их можно взять и любоваться. Такие милые малышки. Ни черноты, корни не залитые, все свеженькое. В этом Леруа тоже представлены орхидеи. Очень много салинос. Орхидеи по 455 рублей. Завоз замечательный. Очень яркая желтая орхидея. Хорошие корни. Орхидеи не заморозили. Молодцы. Вот такая очень темная орхидея, бархатная. Синие орхидеи по 1255 рублей. Их покупают. Вот эти все палетки по 455 рублей. Я вам все эти орхидеи покажу поближе. Корешки есть, листовые пластины хорошие. Я не обращала раньше внимания. Посмотрите, какая окантовка у губы. Прям ярко-белая и тоненький-тоненький край на лепестках. Если знаете, пожалуйста, напишите, как называется эта красивая орхидея. Ну а это салинос. Редкий гость в наших магазинах, его практически никогда не сыщешь. Конкретно этот экземпляр имеет повреждения на листве, но там очень много и других. Но цветочки очень-очень красивые, нежные. Очень красивое сочетание розового и желтого. Интересно, посадил садовник, сам хом. Вот эта орхидея, она похожа на равену. Ну, мне так кажется, но я могу и ошибаться. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, что это за орхидея. Лепесточки очень нежные. Тяжело перенесла дорогу. Но это немножко мокрая орхидеюшка. И эта орхидея Cultivation. Очень красивая. Культивация по-русски. Вот такая вот, держит все бутоны, молодец, стойкая. А эта орхидея очень похожа на Варшаву, но единственное, у нее не такие крупные цветочки. Может быть, дома она расцветет уже более крупно, но она такая нежная, такая притягательная. Последний бутончик распустился, так и вообще маленький-маленький. Но в основном у орхидеи хорошая корневая система. Такие розеточки. Вот эта желтая орхидея, она очень похожа на орхидею Ферлу. Такая же белая часть над колонкой. Очень хорошие корни конкретно вот у этой орхидеи. Прям закручиваются внизу горшка.
Это орхидея. Ее можно назвать сахар и специи. Sugar and spices. Ну, как мне кажется. Но я могу ошибаться. Очень красивая орхидея, яркая. Сегодня во всех горшках такой замечательный мух. Ну, а это полькодотс. Но она пострадала от перевозки. Очень темная. Очень красивая. У меня есть такая орхидея. Она ароматная. Отличная цветунья. Тут немножко просыпался грунт. Но корни хорошие. Ну и замечательные белые орхидеи. Их много. Выбор есть. Ну и, наверное, самый универсальный подарок – это белая орхидея. И очень светлые листья. Тоже другая орхидея. Тоже мощная листва. Вот эта орхидея мне показалась похожа на золотого леопарда. Ну, это, наверное, или оранжина, или еще кто-то. Кто узнал, пожалуйста, напишите, что это за орхидея. Мне так интересно. Ее стали привозить к нам в город. Это уже, наверное, в третьей поставке такая орхидея присутствует. Но она тяжело переносит дорогу. Она очень-очень быстро засушивает свои очень красивые цветочки. Она притягательная. 598. Это осталось два анцидиума. Такие танцующие девочки. И твинкль. Но он уже полностью засох. Это орхидеи с прошлых завозов. Оценка. Вот такие орхидеи ждут вас на Павловском тракте. Ну а с вами была Марина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!